Главная новость дня – итоги общенародного голосования по поправкам в Конституции России. Явка, количество голосов за и против нарушения или их отсутствие – все это обсуждалось с раннего утра. Предварительные итоги после обработки всех протоколов участковых комиссий ранним утром озвучил председатель Центра избиркома республики. Приняли участие в голосовании 64,11% от общего количества избирателей, включенных в списки на момент окончания выборов. За поддержку Конституции, изменений в Конституцию, в Чувашской республике проголосовало 72,57% всех участников голосования, которые имели на это право. Соответственно, против поправок проголосовало тоже большое количество, это 26,25%. Семидневный марафон прошел в Чувашии организованно и спокойно. Участковые избирательные комиссии и выездные бригады выполнили все требования, и профессиональные, и санитарно-гигиенические. Бюллетени проголосовавших досрочно хранились в специальных сейф-пакетах с 25 числа в стационарных и переносных запломбированных урнах. В остальном все было как на обычных выборах. После закрытия участков 1 июля члены комиссии сначала гасили неиспользованные бюллетени, потом считали остальные. На данный момент бюллетени из стационарного ящика, в которой проводилось голосование, до дня голосования пересчитаны. И мы приступаем к третью сейф-пакетов, в которой проводилось голосование до дня голосования на придомовой территории. Примечательно, что за все 7 дней голосования не было зарегистрировано ни одного серьезного нарушения. Без жалоб, безусловно, не обходится ни одна избирательная кампания, но все они были несущественны и не могут оказать какого-либо влияния на итоговые результаты. Для обеспечения безопасности избирателей и членов комиссии был предпринят целый комплекс мер. Маски, перчатки, индивидуальные ручки, ежедневная санитарная обработка помещений и инвентаря. За порядком следили сотрудники правоохранительных органов. Кроме того, в целом по республике работали около 7500 наблюдателей. Четкую и слаженную работу участковых комиссий отмечают и сами избиратели. Что касается легитимности, то есть оно несомненно, даже примечательно то, что с 1993 года количество проголосовавших и пришедших на выборы их гораздо больше, чем в тот же самый 1993 году. В целом, так как более 70% проголосовало за, то у меня не возникает никаких сомнений с точки зрения и легитимности, и достоверности результатов. Даже тот факт, то, что более 7 тысяч наблюдателей находилось на участках, оно не дает мне повода для того, чтобы сомневаться в результатах голосования. Главный же итог – голосование состоялось. Для избирателей были созданы все условия. При этом удалось избежать скопления людей в помещениях. Елена Гальперина, Татьяна Молокова, Андрей Шоклев, Николай Скворцов. Республика.